Всем привет, друзья! Сейчас 3:30 утра, я встал. У меня сегодня намечается такой мини-дальничок на 500 километров в одну сторону. Поэтому встал пораньше. Надо сейчас свои вещи к мотоциклу привязать будет. Помыться, позавтракать. И с первыми лучами солнца буду выдвигаться. Даже чуть раньше. Так, друзья. Начинается у меня моя покатушка сегодня. Такой мини-дальничок. Время 5 часов утра. На улице еще темно. Рассвет у нас где-то в 6:10 будет. Поэтому я сейчас не спеша доеду до ближайшей заправки. Проверю давление в шинах. И потом не спеша поеду по городу. Ну, как раз из города выйду. И должно уже светать. Так. Фу, первый мой дальничок. Прям как-то и буйно, и не буйно. Блин, пробить бы. Так. Сейчас поймаем нейтраль. Где, блин, не вижу ничего. Ага. Пусть немножко прогреется. Вот так вот выглядит мой красавчик. Обалденно, да? Звук мне тоже нравится вообще. Вообще по кайфу. Вот так вот я привязал сюда свой багаж. Немножко закрывает стопарь. Ну, в принципе, должно быть видно все равно. Нормально. Так, освещение работает. Дальний, ближний. Ага. Так. Ну ладно, что, потихоньку выдвигаемся на заправку. Мерим давление, чтобы так совесть успокоить, чтобы не думать об этом. Одел сегодня новые перчатки, они водонепроницаемые, поэтому хер знает, какая там меня погода ждет. Оп, вроде сел. Блин, упирается в багаж, прям не очень удобно. Что-то я не понял, в чем заглох. Сцепление выжил, передачу включил. А, подножку не убрал. Точно. Так, очки начинают потеть, это плохо. Вроде пинлок есть, а в очках все равно от нее толку никакого. Очки запотели, вообще нихуя не вижу. Пиздец. Так, где у нас подкачка на? Не вижу. Где подкачка колес-то? Не вижу нихуя. А, вон она, блядь.
штуку. Значит так, ребята. Вывод я сделал следующий. Перчатки, мне в них уже жарко очень. Они утепленные, водонепроницаемые, но их нафиг надо снять. Одену я свои нормальные летние. Дождь пойдет, лучше их одену потом. Но сейчас в них ехать будет мучение. Так, надо еще из рюкзака что-нибудь выложить, а то он какой-то тяжелый получается. Это тоже не очень хорошо. Вот это мы сейчас и исправим. Так, ладно, шлем лучше сниму. Тут жарко. Сейчас за Берлин практически уже. Уже тут, можно сказать, самая окраина. Так что вот такие дела. Уже видите, он как рассвело на улице. Так что сейчас будет веселее. Погнали. Итак, это моя первая стояночка. Немножко отдохну. Жопа немножко устала. Бля, с непривычки. Ну, в общем, пока все нормально. Надо сейчас на месте сориентироваться.
Где я вообще еду? Так. Угу. Понятно. Короче, вот я сколько проехал. Где-то, ну, 80 с чем-то километров. 80 с небольшим я отъехал пока что. В общем, я доеду вот до сюда, до 24-го автобана, а потом поеду через Гамбург и вот по этой дороге. Посмотрим сейчас, как с дождями. Так. Так, друзья. Мое путешествие началось. Отъехал сейчас от Берлина 80 километров. Становился на заправке попить немножко кофе. Ну и так, размять булки немножко. То есть непривычки, знаете, немножко жопе тяжеловато. Особенно яйцам к баку, которые прижимаются. Ну а так, в целом, поездка нормально. Едем в кайф. Ну, дороги пустые. Сейчас суббота. В принципе, утром рано. Дороги вообще пустые. Это классно. Особенно для новичка, как я считаю, новичок. Для меня сейчас самое то потренироваться. Ну, отъехал, я уже сказал, до 80 километров. Передо мной еще, ну, прилично. Буду ехать не спеша, наслаждаться дорогой, делать паузы. Ночевать буду сегодня тоже в палатке. Ну, посмотрим, как оно все будет. Погода пока тоже зашибись. Ну, до Гамбурга должна быть нормальная погода. А там уже выше Гамбурга, там вроде как вероятность дождя есть. Ну, у меня, если что, все есть с собой, так что проблем не будет в этом плане. Вот такие вот дела. Ребята, сейчас я остановился немножко на автобане размять булки, так скажем, потому что с непривычки немножко яйца и жопа побаливают от долгого сидения, особенно яйца. Ну ничего, со временем я их намазолю, так что будет все нормально. В целом по мотоциклу хочу сказать, посадка на нем нормальная, удобная, руки не затекают, спина вообще не устает. Я вон с рюкзаком еду, так вообще красота. То есть рюкзак, ну, специальный, классный взял, Ванучи. Он не то, чтобы как бы делает нагрузку на спину, а наоборот играет роль такого корсета, который тебе вынуждает держать спину прямо. Соответственно, она из-за этого не устает. Я потом на него обязательно обзор сделаю, на этот рюкзак. В общем, как-то так. Ладно, я уже тут почти к Гамбургу подъезжаю. В общем, на будущее, ребята, кто на Инстаграм на меня не подписан, подпишитесь на Инстаграм, если хотите следить, вот именно как бы лайф мои поездки, скажем. Вот я сейчас еду и на каждой стояночке где-то записываю небольшую сториз. То есть, ну, в общем, кому интересно, можете подписаться на Инстаграм. И все. Ну, а я, наверное, поеду дальше. Так вот маленькими рывочками. Глядишь, к обеду и буду на месте. То есть моя цель, в принципе, не приехать, а именно ехать. То есть ехать, наслаждаться. Поэтому я быстро не еду. Еду, так скажем, ну сколько в среднем? Где-то 110 в среднем. Так, 100, 130, 110 вот в этом диапазоне. Оно, в принципе, комфортно. Сейчас это переодел термуху. И совсем другие ощущения стали. А то я утром выехал в этой в охлаждающей термухе. Ну, пока ехал, не по автобану было ничего, так терпимо, нормально. На автобан вышел все-таки побыстрее, местность открытая. Ветер дует и немножко стало прохладно. И перчатки я тоже сейчас одел, такие эти водонепроницаемые. Они немножко утепленные, тоже комфортно. Но в перспективе я себе на первое ТО обязательно поставлю эти подогрев ручек. Потому что нужен. My heart rages.
Итак, друзья, я теперь в кемпинге. Вот, пока тут у меня бардак такой, сейчас приедет дочка. Точнее, ее привезут, и мы вместе будем палатку собирать. Тут почти народу, никого нет. Тут вот одна машина, вот, и все. Так что зашибись. Травка мягкая. Душ здесь есть, туалет здесь есть, кухня есть, то есть можно что-то приготовить при желании. Ну, у меня есть горелка, так что мы будем готовить в полевых условиях. Даже вон тут качельки есть, можно покачаться вечерком, если что. Если вдруг скучно станет в детство впасть. Ну, в общем, вот такие дела. Сейчас переоделся, буду немножко раскладываться, свои вещи немножко подсушу. Так, друзья, вот такой вот у нас тут лагерь. Тут мотоцикл стоит. Всю эту экипировку я потом уберу вот этот мешок. Преимущество этого мешка в том, что он может стоять под дождем, и ему ничего не будет. То же самое касается вот этого рюкзака. Кстати, рюкзак вот этот, блин, божественная вещь. Рекомендую. Вот чисто от души. Вот сегодня с ним весь день ехал. Вообще обалденный рюкзак. Обязательно сделаю обзор на него потом. Более подробный. Так, Двинка там уже мультики смотрит свои на моем мобильнике. Так что мне даже сейчас в Инстаграм не заглянуть. Тут вот у нас импровизированная кухонка небольшая. Там горелка у меня, чаек можно сварганить по-быстрому. С той стороны у нас официальный вход. Такие вот колбаски, чисто на перекус. Бананов взял. В общем, если честно, я только бананы и вот эти колбаски взял. В теньке вот прохладненько. Вот на солнце выходишь, вообще классно. Не холодно. Посмотрим, как сегодня ночка будет. Это у меня такой, можно сказать, пробный заезд. Посмотреть, как оно будет вообще с погодой, со спальником, со всей этой фигней. В принципе, путешествовать вот таким образом вообще выгодно. То есть вот я заплатил за это все 10 евро. Сюда входит... Есть здесь душевая, здесь есть туалет, здесь есть умывальник на улице и внутри. Здесь есть комната, где можно приготовить, покушать. То есть, по сути, кухня, там же можно и пообедать. Ну, в общем, все цивилизовано. В принципе, при желании здесь можно даже место взять вон с розетками. То есть, подключить там удлинитель, скажем. И там все зарядники, все, что хочешь, в общем. Все цивилизованно и по деньгам вообще, ну, относительно хостелов и отелей выгодно. Недорого. И на свежем воздухе. Конечно, такой вот отдых, он зашибись, если когда погода позволяет. Конечно, если приехать вот сюда под дождем и вот этот лагерь разбивать, это, конечно, жопа. На такие случаи нужно все-таки бронировать, скорее всего, отель. Мотоцикл был такой чистенький, сейчас немножко такой грязненький стал. Надо будет потом домой приеду, на мойку его свозить. Не, по мотоциклу, ребята, я вам честно скажу, обалденный. И едет нормально, то есть мне, в принципе, больше и не надо. То есть для меня он тянет как надо, то есть и обогнать можно всегда любого на автобане, и спокойно ехать. Комфортно. Заехал на заправку, залил полный бак. Только у меня после этого что-то вибрация какая-то пошла вот в этой области. Наверное, бензин плохой попался. Так что потом вроде прошло. Ну, опять же, я думаю, это связано сейчас с обкаткой, что детали притираются, где-то там что-то появляются, какие-то вибрации. Посмотрим. Сейчас 1000 откатаю первую. 7 числа у меня ТО первое. Там они что-то там подкрутят, поднастроят. И все. А, поставлю все-таки я еще вот этим обогревы ручек. Ну и нафиг. Вложусь, инвестирую, ну, чтобы они были. И слава богу, я взял сегодня двое перчаток, то есть свои любимые летние. И еще купил такие водонепроницаемые от Ванучи. Они немножко утепленные. Ну, в них нормально было, комфортно. Но все равно, вот в некоторых местах, особенно утром, когда рано было, было прохладно, и я бы не отказался от этих ручек. Вещь дельная, зачетная.